Аврора Кантри 1000 предназначен для профессиональной деятельности, то есть для обработки больших участков. Аппарат имеет возможность подключения широкого спектра дополнительного оборудования при помощи вала отбора мощности, установленного на двигателе. Мотоблок можно оборудовать роторной сенокосилкой, мотопомпой и другим оборудованием. Двигатель машины, 4-тактный бензиновый OHV мощностью 7 лошадиных сил, является аналогом легендарного двигателя Honda GX210. Сцепление дисковое. Топливный бак объемом 3,2 литра и экономичный мотор позволяют долгое время работать без дозаправки. Аврора Кантри 1000 примерно на 20 кг легче конкурирующих моделей за счет установки усовершенствованной коробки передач с алюминиевым корпусом. Кулиса переключения скоростей располагается на руле мотоблока, что значительно упрощает работу оператора. Коробка трехскоростная, две скорости вперед и одна назад. Аппарат оснащен мощным чугунным редуктором, который предохраняет шестеренчатую передачу от повреждения камнями при работе со сложным грунтом, попадания пыли или влаги. Усиленная сцепка культиватора специально адаптирована под российские условия. Она сделана с большим запасом прочности и позволяет оборудовать агрегат не только сошником, но и телегой. При этом телега может быть отечественного производства. Ширину обработки почвы можно регулировать при помощи увеличения или уменьшения длины фрез. Каждая почвофреза состоит из 4 секций, одна из которых снимается. Ширина обработки от 800 до 1200 мм, глубина культивации 300 мм. Кроме того, аппарат можно оснастить плугом для возделывания целины. Шестигранные оси культиватора облегчают задачу садовода по замене почвофрез на колеса, а штифтовое соединение жестко блокирует оборудование на осях. Подпружиненная передняя подпорка добавляет машине устойчивости во время перерывов в работе или при хранении аппарата. Для того, чтобы обеспечить безопасность фермера при работе с навесным оборудованием, подключенным к мотоблоку через вал отбора мощности, инженеры предусмотрели оригинальное техническое решение. Стальной лепесток, который находится в нижней части руля аппарата, блокирует передние передачи и не позволяет оператору ошибиться с выбором направления движения. Фара, установленная на Кантри 1000, позволяет продолжить работу даже в темное время суток. Ручки управления удобно лежат в руке, а при транспортировке и хранении руль мотоблока можно сложить или снять. Регулировка рукояток управления возможна как по горизонтали на 360 градусов, так и по вертикали. На левой рукоятке расположены ручка сцепления и механизм экстренной остановки. На правой – ручка газа и ручка управления задним ходом. Аппарат оборудован ручным стартером с функцией «легкий старт». Она позволяет завести мотор на раз, два, три. Весит аппарат 73 килограмма. В комплект поставки входят 24 усиленные почвофрезы, предназначенные для тяжелых грунтов, боковые диски, пневматические колеса 4х8 для транспортировки и передняя подпорка.